Так, ну, состояние здоровья относительно неплохое. Сейчас надо по добру, по здорову добраться, значит, до того, что, видимо, называется боссом. Так, аккуратно. Здесь надо еще, главное, не слететь в эту радиоактивную жижу. Так, аккуратненько вот здесь спуститься. Так, вот так, аккуратненько, аккуратненько. Ну я же говорю, аккуратненько. Так, ладно, подожди. Снова загрузить игру. Вот мы здесь последнее сделали, сохранение. Вот. Аккуратненько идем. С лестницами у меня, лично у меня большие проблемы. Я не знаю, как у вас. Что, все, спрыгиваем. Так, и надо будет сейчас вот мы не переборщить. Вот, аккуратно. Так. Ну ладно, может, кстати говоря, имеет смысл эти ворота закрыть, как думаете? И закроем. Давай, закроем. Что-то мне кажется, что это имеет смысл. Мало ли, чтобы оттуда никто интересный не пришел. Так, и... возвращаемся. Тут хрюкает все. А, откуда они берутся? Можете мне объяснить? Вот тебе и настал твой час. Гад. Так, ну что, ладно, все более-менее. Так, здесь какой-то странный шум моря. Ну. Лучше иди без меня. А, ну только здесь мы можем спрыгнуть прямо сюда сразу. Все. Я думаю, что мы Ну и не работает он нихера. Понимаете? Не работает. Если бы он работал. Да отцепись тогда уже, блин. Основную мощность не работает. Power генератор, трек контроль. Давай туда, трек контроль. Что-то надо еще включить, значит. Что-то мы не довключили, ребят. Так, ну давай, ладно. Может, вот это еще надо как-то включить. Господи. Трек пауэр. А где трек пауэр-то включить? Трек пауэр. Где мне его включить? Все, мне не нравится. Хорошо. Так, подожди-ка. Так, пауэр генератор. Стоп. Нет. Где-то еще должна быть трек пауэр. Все это так просто. Там-то мы все включили ведь. Там, где мы то в предыдущих видео были. Мы там все включили. Так, вот здесь, посмотри. Трек-контроль. А вот здесь что? Здесь все завалено. Все понятно. Пауэр-генератор. Тут все завалено. Понятно. Это понятно. А это что такое? Что-то такое открылось. Мама родная. Вот, значит, сюда надо. Здесь надо что-то сделать. А, вот. Кто стреляет? А, этот гад пришел сюда. То есть мне надо незаметно пробежать, чтобы он не успел за мной прийти. Все понятно. Это какой у меня? Подожди, а что, я здесь сохранялся, что ли? Ну ладно.
Так, осторожно. Тихо! Ой, господи. Блин, собака. Да нет, давай еще раз. Более-менее понятно. Там все-таки расклад изменился с этим. Так. Тихо. Так, аккуратно, аккуратно. Так, очень хорошо. Так, вот это закроем. Так, смотрим следующее видео.